Вот что значит безопасность Volvo. Лоб в лоб с фура выскочила ему навстречу. Пацан рассказывает. Пацану две царапины там, короче. Легкие ссадины. Рама ВПС согнула машину. Вот. Мост ушел. Ну, короче, вся рама согнулась. Буква С. Самое что интересное. Двери открываются. Может, вот, смотри, все как это. Вот что значит качество машин. Я не знаю, как бы с нашим КАМАЗом так бы, не дай бог, что случилось. Жив бы был водитель или нет. Просто рама, буква С. Вот, на стыках. Там двигатель с подушек сорван. Все. В кабине даже сиденье не сдвинулось. Руль отскочил кверху и все. Вот вам, пожалуйста.